Привет! Рада, что именно вы заглянули сегодня на мой канал, и это неспроста, потому что у меня сегодня необычное для меня видео. Это будет первое мое видео, где я вам буду рассказывать про бьюти-бокс. И первый мой бьюти-бокс, такая коробочка с полноразмерными средствами, это Cosmopolitan New Beauty Box. Я выбрала себе коробочку с полноразмерными средствами Lifestyle. Также есть белая коробочка с розовым вот таким вот пятном, это люксовая косметика, и там представлены пробники. 5 полноразмерных средств за 700 рублей, наиболее выгодный для меня вариант, чем 5 миниатюр за те же 700 рублей. Ссылку на сайт New Beauty Box я оставлю в описании, и давайте начнем. Коробочка небольшая, такая маленькая, миниатюрная, я думаю, что я ее буду заказывать, и потом буду использовать эти коробочки для хранения отдельных каких-то косметических средств, это помады, туши, карандашики и так далее, и буду их так складывать, может, буду раздаривать подружкам, давать, если им пригодится. Итак, содержимое этой коробочки я узнала из журнала Cosmopolitan. В этом журнале был у меня пробник от Listerine, который я вам покажу в пустых баночках. В журнале на одной из страниц всегда представлено то, что будет в предстоящей коробочке. Я уже купила... это у меня октябрьский журнал со Светланой Ходченковой. И здесь показано, что было у нас в сентябрьской коробочке. Я думаю, что коробочки уже с сентябрем нету. И... я очень обрадовалась этому составу. Конечно, я не думала, что его могут разделить на два вида. То есть здесь изображено 8 средств. Из этих 8 средств вам придет только 5. Здесь изображен, значит, здесь у нас как вариант, что могло вам попасться в коробочке, это органический бальзам для губ Dizao Organic, очищающая плитка Sebamed, Deo Spray Floral Perfect Fa, лосьон, основная программа D-Demin, тушь для ресниц 5 в 1 Secret Story от Faberlic, крем с яблочным воском Мира, шампунь и бальзам Omega Repair от Essence Ultime и трафареты для бровей от Divash. Как я уже сказала, коробочки разделены на два вида. Я хотела попробовать коробочку там, где будет плитка, потому что плитка это вообще что-то необычное, что-то для меня интересное и новое, потому что у нас в городе я таких не видела. И когда я получила коробочку, я быстрее-быстрее ее распечатала прямо возле дома, потому что Почта России так запечатывают коробки, просто насмерть. Ее не откроешь просто так, от дома я терпеть уже не могла. И когда я увидела содержимое, там какие-то средства, я уже подумала, о, да, это та коробочка. Но я почему-то думала, что плитка будет шампунями. Я не хотела коробочку шампунями, и я благодарна, что мне отправили именно эту. Но, к сожалению, плиточка была шампунь. Итак, давайте приступим к коробочке. Что же мне пришло в этой коробке? И она оформлена очень-очень красиво, по-девчачьему, розовенькая. Я вообще обожаю розовый цвет. И обязательно вначале у нас будут приятные слова. Это всегда оставайся самой красивой для самой себя. Очень приятные слова, очень мотивируют. Они такие девчачьи, и это такая малость, но зато это так приятно. И в коробочке продукты завернуты вот в такую красивую бумагу розового цвета и под розовой ленточкой и розовым бантиком. Все для девочек. Первое, что мы видим, это как всегда в любом бьюти-боксе, в любой коробочке, это... карточка со справкой. И здесь изображены все средства, написано их цена, их размер, что и как использовать. И давайте начнем. Все это было упаковано вот таким образом, наверное, примерно, потому что я же все посмотрела и некоторое попробовала. И первое, что мне попадается, это полноразмерный крем от Мира. Это крем для любой кожи, влага сберегающий, с яблочным воском. Первый раз вообще вижу такой крем. Но у него, кстати, очень удобная помпа, как у моего крема от La Roche-Posay. Хо, пахнет, кстати, очень сильно-таки. Если вы не любитель таких ярких отдушек, то вам этот крем не понравится. Он пахнет очень-очень сильно, но я быстро привыкну, так что я... Вообще, мне кажется, что он пахнет как балет с 90-х. Может, это я просто здесь уже нанюхала столько косметики, у меня вокруг столько косметики, я уже наснимала 500 миллионов видео, поэтому у меня уже, наверное, голова кружится от этих запахов. И ждала я ее около 20 дней, 20 дней мне шла эта коробочка в мой захолустный городок лесной, который далеко находится от Москвы. Здесь 30 миллилитров, и я вам сразу буду говорить цену, 335 рублей за 30 миллилитров, и в конце вы можете сложить, если вам интересно, но я уже знаю, что здесь два средства, окупают всю коробочку. Если вам будет интересно, то сложите. 335 рублей, крем Мира,
влагоустойчивость с яблочным воском. Следующее, что мне попадается, это миниатюра. Это travel вариант. Deo Spray Floral Project Mug и колокольчик. Это антиперспирант с технологией свежесть нон-стоп. Одушка очень нежненькая, очень приятненькая. Я буду пользоваться с удовольствием. На самом деле не очень люблю антиперспиранты, и говорила в своем одном из видео, но стоит попробовать, и мне вообще нравится Фа, неплохие у них дезодоранты, и здесь 125 рублей за 150 миллилитров, но хочу заметить, что здесь 50 миллилитров, то есть этот пробник сделали специально для коробочки, не пробник, а такая версия для путешествия, и разделите цену на 3, и мы получим меньше 50 рублей за вот такую штучку. Дальше тушь. Ради чего я вообще заказала эту коробочку? Эта тушь у нас идет. Моделирующая тушь для ресниц 5 в 1. Это Secret Story от Faberlic. Очень люблю блогера Таточка. И она рассказывала про эту тушь. Свои отзывы. Ей безумно нравится. Она ее постоянно заказывает. И я рада, что я ее заполучила. И наконец-таки попробовала. И знаете, сейчас у меня она находится на ресницах. Мне безумно нравится. Я просто потрясена. Это потрясающая тушь. Вот такой розовой девчачьей коробочке. Опять же, все идет. И самое такое приятное, это то, что тушь идет в чехле. Это просто по-женски чисто приятно. Тушь сама по себе очень красивый, такой имеет орнамент. Посередине написано Faberlic. Чем мне сразу же понравилась эта тушь? Тем, что у нее не силиконовая кисточка. Она у нее большая, пушистая, и на ней достаточное количество туши. И с первого же применения она мне очень нравится. Следующее, что здесь лежало и тоже мне безумно понравилось, это вот такой бальзамчик от Dizao Organic. Я, конечно, хотела себе какой-нибудь бесцветный, какой-нибудь безвкусный. Ну, конечно... Вкусный. Это 100% натуральный продукт. Очень-очень маленький и такой красивый. Мне прям так безумно он понравился. Давно у меня таких не было стиков. Вот так вот он выглядит. Пахнет. Я не понимаю, почему он так пахнет. Это как бы лилия. Но пахнет эвкалиптом. Я обожаю запах эвкалипта, как отдушки у эфирных масел или чего-нибудь такого. И вот этот... Вы знаете, раньше в детстве у нас были конфетки, которые назывались «Привидения» в 90-х. Тот, кто из 90-х, тот знает, о чем я. И они были мятные, с таким вкусом эвкалипта или ментола. Ментола, наверное, все-таки. Я перепутала с эвкалиптом. Но я все равно люблю одушку ментола. Она очень вкусная. И вот он пахнет один в один. Очень крутой запах. Я его пока не пробовала, но я нанесла его на губы, сейчас у меня помада, и поэтому я не могу продемонстрировать, а, конечно, обязательно вставлю кусочек, где я его пробую. И так как у нас сегодня распечатка, я распаковка посылки, распаковка коробочки, обзор на коробочку, я не могу сказать вам, нравится он мне или нет, и в будущем, думаю, если попадет фаворит или какое-нибудь тематическое видео на эту тему, там уход за губами или что-нибудь еще, я вам его покажу и расскажу свое мнение. Он у меня в 213 оттенке, сейчас я вам покажу в стике, как он выглядит, вроде как он без блеска, вот так вот. Далее, что здесь было, это трафареты от Dior, здесь 5 разных штучек под любую форму и длину, какая вам только нравится. Я уже посмотрела, я не умею красить с помощью трафаретов, но я думаю, трафареты они для того и нужны, открываются очень легко, они прозрачные здесь, и их 5 разных. Ну вот, например, вы прикладываете к вашей брови, кстати, вот этот достала, он абсолютно по форме моей брови, только тут приложила. Абсолютно по форме моей брови, только моя бровь немного короче, это прям уходит вдаль куда-то, вот сюда вот. В общем, интересная штучка, стоит поиграться, стоит с ним вообще как-то научиться, потому что это интересно. А, кстати, я вам забыла говорить цену, да? Фа стоит 125 рублей за 150 миллилитров. Дальше у нас Faberlic, моделирующая тушь, 299 рублей за 6 миллилитров. Dior трафареты 150 рублей за 5 штук, которые здесь находятся. Dizao Organic у нас стоит 213 рублей за 4 грамма 25 миллиграмм. Вот так вот. И последнее, что я вам покажу, это сейчас будут у меня мне тату. И сейчас я вам покажу, это мне тату. Ну, я думаю, что это флеш тату хотели написать. Вот такой вот листочек
с татуировками. Ну, такие здесь красивые, это тоже осмелиться надо сделать такие, потому что когда я сделала, общество опять же не приняло, сказал, заиграла в одном месте у тебя детство, что ты делаешь себе такие татуировки. Но мне нравилось очень. И последнее, что здесь лежало, это два пробника, увлажняющий крем от Lumene. А, нет, это увлажняющий крем идет от Faberlic, вот такой вот интенсивный дневной крем с гиалуроновой кислотой Prolixir. И от Lumene у меня идет очищающий гель, это два в одном, Deep Perfuming Dirly, как с акцентом-то прочитала. В общем, я не знаю, что это такое, погуглю, посмотрю. Ну и на этом все, я вам показала содержимое всей моей коробочки, она абсолютно пустая. И если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, я стараюсь именно для вас, надеюсь на обратную связь, пишите в комментариях, какие средства понравились вам из того, что я сегодня рассказала, пользовались ли вы чем-нибудь, и может у вас есть какие-то уже отзывы, если вы тоже заказывали такую коробочку, то напишите в комментариях, и вообще, нравятся вам такие бьюти-коробки, бьюти-боксы, бьюти-почта, и если... Нет, то почему? Если да, то тоже интересно бы было почитать, чего вы ожидаете от будущих коробок. А на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. Берегите себя и своих близких. Я вас всех очень сильно люблю. И целую, и пока.